А, здесь понятно? Ку-ку. Да, ура! Итак, что нас будет интересовать? На самом деле. Попробуем нарисовать некую картину. Которая присутствует в Синайском Завете. А именно, было служение, скинии собрания, которое было связано с жертвами. Нас интересовали жертвы в плане добровольных и обязательно, спасибо. Не принудительно, а обязательно. И мы увидели, что есть, оказывается, жертва, которая Всевышний желает, чтобы человек приносил, двигаясь лишь исключительно своим желанием. И есть жертвы, которые обязательны для приношения. Сейчас мы не будем подробно разбирать, какие жертвы с чем соединялись и как они выглядели. В чем различие между овнами, козлами, тельцами и так дальше? Понятно, да? Некоторые жертвы зависели от достатка, некоторые жертвы нет. Ну, мы только что разбирали. Скажите мне, пожалуйста, если согрешил священник помазанный, у него был выбор? Если согрешил начальник, у него был выбор? Еще раз. Выбора не было. Большое спасибо. Значит, выбор был для народа. Понятно, да? Жертвы шли по возрастанию. Ломаются они, ничего не могут сделать. Тоже думаю, что ничего страшного. Жертвы повинности. Пожалуйста, пожалуйста. Какая? Ола, все сожжения. Эти жертвы касались кого? То есть это нужно было для человека. Все понятно? Расклад по жертвам понятен?
Да, нет, нет, да. Нормально, да? Аллах хлебный, мирный, за грех и повинности. Понятно, они шли вот так. И высшая жертва была жертвой Аллаха. Теперь то, что нас будет интересовать, здесь понятно? То, на чем мы остановились очень специально и очень особенно. И сейчас мы остаток времени нашего посвятим еще разбору. Если можно, намочите, пожалуйста, еще. Меня интересует 6 глава книги Левит. Скажи, 25 стих, скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема перед Господом на том месте, где заколаются все сожжения. Это великая святыня. Опять у нас встречается понятие, какое? Великая святыня. Мы говорили о том, что когда появляется слово «великая святыня», то почему это, как правило? Кто помнит? А в ответ тишина. Никто не помнит? Пища для священников. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте на дворе скинии собрания. Интересная мысль, да? Интересная мысль. 27 стих. Все, что прикоснется к мясу, ее осветится. Все, что прикоснется к мясу ее, что сделал? Почему? Все, что прикоснется к мясу ее. Послушайте, удивительная вещь. Когда мы встречаем жертвенное животное, которое велось на жертву, если с ним что-то было не так, или оно прикасалось к нечистым, каким становилось это животное? Нечистым. Но после того, как эта жертва за грех, все, что прикасалось к мясу жертвы за грех, становилось чистым. И еще оставляет нам заповедь. Все, что прикоснется, становится, потому что Он есть наша жертва.
Многие люди на сегодняшний день, когда их спросят, для чего вы употребляете причастие, для чего вы участвуете в причастии, они скажут, мы смерть Господню возвещаем, доколе он что? А как вы ее возвещаете? Доколе не придет. А как, ну в чем смысл? Как это понимать? Есть ли в части Иешуа памятная часть жертвы? Есть. Для того, чтобы мы что делали? Помнили. Есть ли часть в Иешуа, части жертвы за грех? Чтобы мы что были? Очищены. Очищены. Есть ли в вечере Господней, в причастии, часть Его крови, для того, чтобы мы имели Его жизнь? И отнимите от нас причастие, и мы не будем иметь Его жизни, и мы не будем иметь очищение. Ну, по большому счету, можем забыть кое-что. Система жертвоприношений напоминала человеку зависимость от Бога. Система жертвоприношений приводила человека к общению с Богом. Система жертвоприношений нужна была человеку для того, чтобы он понимал, насколько он ценит Бога. Система жертвоприношения нужна была для человека, чтобы держать его фокус постоянно на Всевышнем. Постоянно возвращая его к тому, что он зависит от своего Творца. Всевышний предупреждал, что человек, он, ему свойственно забывать. И в иудаизме есть часть «помни». Помни и исполняй. Помни. Помни. Все праздники возвращают нас к Творцу. Все праздники возвращают к Его чудесам, Его делам в нашей жизни. Сейчас приходит праздник Хануки, и мы что вспоминаем? Что Бог сделал в эти дни, в дни отцов наших? Чудо! Но что Он сделал в эти дни, в дни отцов? И сегодня мы приходим к Нему и говорим, послушай, если ты мог это сделать тогда, то почему не можешь это сделать сегодня? Мы помним, когда Он вводил свой народ в землю обетованную, Он говорил, слушай, когда ты войдешь туда, когда у тебя будет много серебра, много золота, много скота, много домов, смотри, не скажи в сердце своем. Не. Не словами. А где? В сердце. Это не значит, что человек говорит, ну, это моя рука, это моя крепость приобрели. Не, в сердце. Где-то глубоко ты можешь сказать, что это все сделал я. А это значит, ты забыл, что это сделал он. И он говорит, послушай, не забудь, помни, что это не твоя часть, а это моя часть. Помни. Зависимость. Человеку необходимо помнить, что его жизнь и все, что у него есть, зависит от Творца. Жертва выражения чего? Зависимости.
Выражение любви, почтения, благодарности, зависимости, все это было заключено в жертве. И мы читаем, что это было кому приятно? Богу. А человеку неприятно? Приятно. Когда мы дарим подарок любимому человеку, и он радуется нам, как? Приятно. Здесь была часть приятная и для меня. На сегодняшний день, если мы встречаем людей, которые приносят жертву, и у них сердце просто, ну, обливается кровью от того, что они расстались, ну, оторвали от своей души то, что им было так дорого. Я говорю, ребята, вы не поняли, что произошло. Вы не поняли, что произошло. Вы что-то не оценили в своей жизни. Если вы расставаетесь со своим майном, вы скорбите, что-то есть странное в вашей жизни. Мы говорили немножко о долгах, да? И о том, что, ну, мы должны что делать? Тяжелое слово такое. Что делать мы должны? Прощать, мама, да, мы должны прощать. Если кто-то нам задолжал, то мы должны что сделать? Прощать. Прощать. А, нормально. И, в общем-то, я буду читать, это было написано к этим евреям, которые жили во время Синайского завета. Если будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог дает тебе, не ожесточи сердце твое, не сожми руки твоей перед нищим братом твоим. Но открой руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он будет нуждаться. Берегись, чтобы не вошла в сердце беззаконная мысль, приближается седьмой год, год прощения. Какая мысль? Беззаконная. Мысль о непрощении была беззаконной во время действия Синайского Завета или закона. Он говорит, и от того глаз твой не сделался ни милостью к нищему брату ему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя к Господу, и будет на тебе грех. Давай ему взаймы, когда будешь давать. Не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих, во всем, что будешь делать твоими руками. Он говорит, слушай, если ты так сделаешь, Бог тебя что? Благословит. А твое сердце должно скорбеть? Если твое сердце скорбит, значит, то, что ты имеешь, ты ценишь больше, чем то благословение, которое ты можешь получить. И Бог говорит, давайте разберемся, что вам дороже. А просто мне интересно, говорит Бог, а ну давай, посмотрим на твое сердце, что тебе дороже, мое благоволение, мое благословение или то, что у тебя есть. Не на сердце, а в кармане. Для того, чтобы раскрылось сердце, нужно раскрыть что? Карман. Какая радость. Эх, можно я завтра буду делать призыв к пожертвованию? Порадуемся вместе. Деньги дома оставляйте. Есть методы записки и обещаний. Для вас специально. Сейчас, кстати, можем проделать это все сейчас. Завтра принесете. Хорошо, что вы меня предупредили. Итак, ладно. Пошутили, теперь возвращаемся. Помни, зависимость, да, благоволение, которого мы ищем, в очищении общение, в котором нуждаемся, это все, что касается ветхозаветных жертв. Они же практически никакого отношения к нам не имеют, да?
мое. Оказывается, нас это тоже касается. Оказывается, это не только для них, но и для нас написано. Оказывается, этого искали не только они, но по идее и мы ищем. И жертва – это универсальный инструмент. На сегодняшний день нету места, куда мы можем привести своего любимого бычка. Нету священника, который может возложить дрова на жертвенник. Но жертва – это то, что мне дорого, у меня вообще осталось. Да. Вы не поверите, у каждого из нас есть то, что ему дорого. А следовательно, может являться чем? Жертвой. И этому минимальному требованию, предъявляемому к жертве, оно соответствует? Мы сейчас разбирали только узкий сегмент жертв, который касался принесения в жертв животных, птиц, хлеба, елея. Но мы забыли, и у нас осталось немножко в стороне, поскольку мы касались вопроса искупления, покрытия грехов, у нас остался немножко в стороне вопрос принесения пожертвований, обетов, хвалы, десятины, первое, второе, третье, что они значили. У нас остался как-то в стороне. Кстати, если кто-то помнит, был у нас курс о приношениях, которые существовали до закона, во время закона и в Новом Завете. Это мы как-то оставили все в стороне, потому что нас касался вопрос искупления. Нас касался вопрос примирения с Богом, взаимоотношений с Богом. И сегодня, глядя в Новый Завет, мы можем сказать, в Иешуа совершились все эти вещи. Он был жертвой всесожжения, он был жертвой мирной, он же был жертвой хлебной, он же был жертвой за грех, он же был для нас жертвой повинности. Это все он. И дело искупления, очищения и посвящения нашего совершилось в нем, как в совершенной жертве для нас и за нас. Но смысл этих жертв становится лишь понятен, когда мы смотрим в образы Синайского завета. Что происходило, когда это совершалось? Жертва Аллах, жертва совершенная, удовлетворила желание Бога. Она была приятным благоуханием для Бога, которое Он совершил. И жертва Алла, она была совмещена с жертвой мирной и жертвой хлебной. И он стал хлебом, сошедшим с небес. Он стал миром для нас. Он, придя, благовествовал мир дальним и ближним. То, что он сделал, удовлетворило требованиям Бога. Он принес мир Богу и мир человекам. На земле мир и в человеках благоволение. Его благоволение, которое есть на небе благодаря жертве Иешуа, пришло на всех человеков, которые приняли эту жертву. Те, кто не приняли эту жертву, извините, не участвуют. Праздник жизни не для них. В нем заключена жертва благоволения, в нем заключена жертва мирная, которая приносит мир с Богом. Благоволение Бога к человеку, но если человек не принимает этой жертвы, не участвует в принесении этой жертвы, а здесь участие только выражено в согласии, извините, дело, совершенное принесением
этой жертвы не распространяется для данного человека. Жертва не имеет для этого человека никакого смысла, потому что нужна вера. Вера для приобщения к той жертве, которая была принесена не нами, но для нас и за нас. И здесь нужна моя вера, без которой жертва теряет всякий смысл. Здесь нужна моя вера для того, чтобы сказать, это есть кровь Нового Завета за меня пролитая. Это есть кровь, которая приносит Его жизнь с небес в мою жизнь на этой земле. Здесь нужна моя вера. Это немного, потому что это Его кровь. И я не старался для того, чтобы что-то произошло. Я не трудился для того, чтобы это произошло. Я не прилагал никаких усилий. Я сказал, Господи, я что делаю? Верю и принимаю дело Твоей жизни в мою жизнь. И он говорит, тогда Ты имеешь мою жизнь в Тебе. И я говорю, послушай, Господь, я верю, что это есть тело Твое. Он говорит, тогда это Тебя освящает. Тогда это Тебя очищает. И сколь превосходней жертва, столь превосходней что? Очищение и освящение, которое приходит. Это понятно? Нужно понимать, исход 29 глава, 37 стих. Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится. Освящение в Израиле происходило от прикосновения к чему? А вот видите, жена. Ладно, я еще раз прочитаю. Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится. Прикосновение в Израиле к жертвеннику приносило что? Освящение. Если не было жертвенника, не было и того, что освящало. Жертвенник в Израиле, он был установлен по образцу, который был показан Моше на... Где? На небесах. Жертва Иешуа была принесена на жертвенник, который находился где? Еще раз только медленно. Жертва Иешуа, которая была... Молодцы. Нет. Тут читаем, тут пишем, тут рыбу заворачиваем. Все как в оркестре. Если жертва была еще не принесена, прикосновение к жертве, что делала? Портила жертву. Если жертва была еще не принесена. Помним, да? 20 глава. Евангелие от Иоанна. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не возжил к Отцу моему. Не прикасайся, потому что я что сделал? Не вошел куда? К Отцу. Когда Он является своим ученикам в горнице, Он говорит, что Фоме? Что Фома должен был сделать? Прикоснуться к нему. Уже можно было. Почему? Жертва была уже что? Принесена. И прикосновение к этой жертве что приносило?
очищение? На небесах. Ну-ну. Когда он встречается? А, это вы так решили? И еще раз. Сказал это, он сказал в тот же первый день недели, вечером, когда двери дома собрались ученики его, были заперты в запасении от иудеев. Пришел Иисус и стал посреди них и говорит: «Мир вам!» Сказал это, показал им руки, ноги, ребра, ученики обрадовались, увидели Господа. Иисус сказал им вторично: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказал это, дунул, говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, кому оставите, на том останется». Фома, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ним, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали: «Мы видели Господа». Он сказал им: «Если не увижу на руках ран от гвоздей и не вложу перста его в рану, и гвозди не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики, и Фома с ними пришел, когда Иисус, двери были заперты, стал посреди и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст свой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и будь не верующим, а верующим». Фома говорит ответ: «Господь мой и Бог мой». Ну, в чем проблема? Можно было прикасаться? Можно. А до этого можно было прикасаться? До этого можно было прикасаться? Нет, нельзя. Нельзя. А потом, после воскресения, можно было прикасаться? Можно. Ну, в чем проблема? Мы подождем. В чем вопрос? Что вы не поняли, объясните мне. Когда? Когда я его Мария видела? Ну, воскрес. Воскрес. А, понял, окей. Окей. Я все понял, слушай. Он умер на кресте. На третий день его Мария утром видит. Да? Что он говорит? Говорите уже быстрее только. Он говорит: «Я не был еще на небе». Он это говорит? Вопрос у задачника: где он был? Ага. Почему что? Еще раз. Я спрашиваю между этим моментом и этим моментом. Где он был? Где? Спустился в места преисподние, мои хорошие. Где он был? В местах преисподних. Ну, это где? В земле? Под землей, внизу, в воде, там, где находится Гадес или Шоу. Спасибо. Понятно? Потом он куда идет? На небо. Наконец он идет на небо. Разбойник куда попадает? Ныне же будешь сегодня со мной. Где? А куда он пошел? Только что вы говорили, куда он пошел? У меня плохо с памятью. Потом
Куда он пошел? Спасибо большое. Это мы нарисовали? А ныне же сегодня со мной будешь где? А куда сам пошел? Хорошо, окей. Так, для особо. Это место у нас как обозначено? Места преисподней. То бишь, называется как? Как называется? Ну это же вы говорите рай все время мне. Я спрашиваю еще раз, куда он повел разбойника? Так это вы себя, главное, поймите, а меня понимать не надо. С разбойником он куда пошел? В рай. А сам куда пошел? Так, хорошо, платы загорелись? Ну, в голове все как. Платы сгорели? Обнуляем. Для того, чтобы вы правильно поняли, он пошел в места преисподних, где находился, где находилось лоно Авраама. А лоно Авраама находилось где? В аду. Луки 16 глава. Он пошел туда за теми, кто попал туда, будучи праведником, поверив в грядущего Мессии. Туда же и попал кто? Авраам, Лазарь и все праведники, ожидающие грядущего Мессию. Это понятно? Когда были рождены свыше апостолы? Когда он ушел? Когда сошел Дух Святой в Деяниях? Угу. Через 50 дней. Ну, понятно. Садитесь, двойки всем. Значит... Да почему здесь? Это тоже написано там. Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, что необходимо для рождения свыше? Смерть и воскресение. Ни один человек не мог быть рожденным свыше в этот промежуток времени. Воскресение, восхождение к Отцу, принесение. Которое удовлетворяет праведность Божию. В первый же день недели он является вечером к ученикам и говорит им. Примите кого? И вдыхает внутрь их Духа Святого, но они при этом не рождаются свыше? Еще 50 дней, что они ходят в положении или как? В первый же день недели. Потому что жертва была что? Принесена. Жертва была принесена. И уже прикосновение к этой жертве, которая была принесена на жертвеннике, который находится на небесах, святилище, которое находится на небесах, по образу которого было создано святилище на земле, прикосновение к его жертве освящает любого прикасающего к нему. Это понятно? Все стало теперь на свои места? С разбойником тоже понятно? Он разделил участь всех верующих до наступления эры Нового Завета. Он спустился вместе с ним, там провозгласил, что он таки пришел. После этого многие видели праведников, какими? Воскресшими в Иерусалиме. Понятно, да? В том числе и того праведника, который был разбойником. Который был оправдан через веру. И потом смерть и воскресение.
Без воскресения наша вера тщетна, бесполезна. Если Он не воскрес, то все, во что мы верим, пустота. Так, во всяком случае, утверждает Новый Завет. Дело Его воскресения, дело Его воскресения является решающим в нашем спасении. Его смерть и воскресение. Если бы Он просто умер и не воскрес, то наша вера была бы какой? Бесполезной. Но Он, слава Ему, что сделал? Воскрес. И до тех пор, пока Он не вошел к Отцу, Он говорит, не прикасайтесь. Не прикасайтесь. Я еще не был там. Я еще не вошел со своей кровью в небесное святилище. И Он потом вошел со своей кровью в небесное святилище и был покроплен жертвенник на небесах. И эта кровь искупила верующих в Него. Он принес жертву всесожжению, Он принес жертву мирную, Он принес жертву хлебную, Он принес жертву за грех, Он принес жертву повинности, принес жертву посвящения, Он принес жертву воспоминания, Он принес все жертвы, положенные Отцом. И эти все жертвы были приняты. И мы вошли, не приносящие этой жертвы, вошли в дело этих жертв по нашей вере, через то, что мы приняли Его жертву, совершенную, однократно принесенную для всех, за всех, на все времена. Понятно? И то, что мы говорили все эти 4 дня, мы говорили о том, что все жертвы, они исполнены в Нем. И для того, чтобы вы поняли, что же в Нем исполнилось, мы разбирали жертвы. Говоря, эта жертва была нужна для того, чтобы обрести благоволение, которое вы обрели в Нем. В чем благоволение? В очищении грехов, для того, чтобы вы могли иметь общение с кем? С Богом. Мы говорили о том, что, послушайте, есть жертва. Есть жертва хлебная. А он говорит, послушайте, вы не поверите, но я есть хлеб, сошедший с небес. Говорит, и это есть истинная пища, предназначенная для вас. Та великая святыня, которой прикасались священники. Та великая святыня, которую они вкушали, лишь был образ той истинной пищи, которую я приготовил для вас. И той пищи, которая принесет вам что? Жизнь. Он говорит, послушайте, я есть мирная жертва. Я пришел и проповедовал мир дальним и ближним. Я есть тот мир, который удовлетворил Бога, который принес в его сердце мир по отношению к человеку. Я есть тот мир, который принес вам благоволение. Я есть жертва мирная. Я есть жертва за грех. Я есть жертва за грех ваш. Совершенная жертва за ваши грехи. И все, что прикоснется к ее мясу, оно будет что? Освящено. Это понимание заложено в Синайском Завете, открытое нам, верующим Нового Завета. Те имели лишь образ, образец, некий образец, данный им для понимания того, что они не в состоянии искупить себя сами, они не в состоянии очистить себя сами, они не в состоянии сделать что-либо, удовлетворяющее требованиям Бога. И они нуждались в этих жертвах, и эти жертвы постоянно напоминали им о том, что они не в состоянии, они несостоятельны были. И они все время это что? Должны были осознавать. И принося каждый год на положенные жертвы, Бог их возвращал к этому пониманию. Чтобы мы сегодня понимали, что мы вошли к лучшей жертве, мы подошли к лучшему завету, утвержденных на лучших обетованиях и дающих несравненно больше, чем имели верующие Синайского завета. Но если вы не понимаете, что имели верующие Синайского завета, то вы с трудом поймете, что имели вы. Ну, чем армянское радио лучше, чем грузинское?
Ну, лучше, чем. Если вас спросить, чем Новый Завет лучше, чем Синайский, вы скажете, лучше, чем. Ну, понятно, но в чем жертва лучше? Не понимая, что значит жертвы Синайского Завета, то вы не поймете, чем лучше. Это понятно? Мысль понятна? Поэтому мы как бы тратим время, разбираясь, в общем-то, что произошло. Что это были жертвы, что они приносили. Мирная жертва приносила очищение грехов. О! Или мирная жертва приносила мир. Жертва всесожжения приносила очищение грехов, да? И устраняла преграду в общении с Богом. Значит, если он есть моя мирная жертва всесожжения, значит, моя преграда устранена? Устранена. Если он жертва за грех, то я очищен. Очищен от греха. Если он мирная жертва, то приходит мир ко мне и Всевышнему от того, что он принес эту жертву. Мир от очищения, осознания греха, от снятия вины за грех. Приходит мир в мое сердце? Покой, шалом. И он говорит, я вам даю свой мир. Не такой, как дает мир, а другой мир, свой мир. Я даю кому? Вам. Вы имеете этот мир? Имеете. И этот мир, не поверите, превосходнее, чем тот мир, который получали евреи, приходя в храм. И если мы начинаем проводить повреждения, то мы видим, что мы имеем больше, чем те. Потому что жертва превосходнее, чем та. Тогда нет надобности приносить ту жертву, потому что мы имеем эту жертву. Но если мы не понимаем этой жертвы, то мы недополучаем просто. То, что есть уже для нас, то, что дано нам, мы просто недополучаем, потому что мы не осознаем. Если у вас есть, ну так гипотетически предположить, может у кого-то действительно на самом деле есть, но если предположить, что у вас есть $1 000 000 в швейцарском банке, но вы об этом не знаете. Вы, я понял, что обидно, кому-то сразу стало обидно. За то, что у кого-то есть? Нет, за то, что у вас есть, а вы не знаете. Ну, уже знаете. Уже знаете, поэтому не обижайтесь, все хорошо. Завтра мы придем к вам. Итак, много пользы принесет счет, которым неизвестно? Никакой. И точно так же масса благословений. Масса благословений, которые вы можете понять, исследуя жертвы Синайского Завета, может принести вам понимание в Новом Завете. Понятно? Вы, бывает, мучаетесь, не имея чего? Мира. Вы мучаетесь, потому что нету мира. Но вы можете прийти и сказать, послушай, я забыл совсем. Ты же есть жертва мирная. И ты обещал мне что? Мир. И очень хочу. И, в общем-то, он мне что? Принадлежит. Через ту жертву, которую ты совершил, он принадлежит, и я могу входить в твой шалом, в твой мир. И ты сказал, что твой мир не такой, и никто у меня его что? Не заберет. Поэтому я могу нарадоваться, наслаждаться, входить в твой шалом. Потому что ты примирил меня с Богом. Потому что Бог, Он теперь смотрит на меня совсем по-другому. Я не являюсь Богопротивником, которым я был раньше. Сегодня Бог смотрит на меня через твою жертву, и она удовлетворяет, и я имею мир с Богом. И я не чужой Ему, а я свой и сограждан святым. Я свой. И я могу это понять через его мирную жертву. Я чувствую осознание греха. Я покаялся и могу приходить к нему и сказать, Боже, освободи меня, потому что ты есть жертва повинности. Ты тот, кто снимает чувство вины. Это враг-клеветник, он будет меня обвинять, но ты меня оправдал, и ты снял с меня чувство вины, потому что ты есть моя жертва повинности. Я чувствую на себе грех, но я знаю о том, что ты очистил меня от греха.
Потому что есть ты жертва за грех. И прикасаясь к тебе, прикасаясь к твоей плоти, пья твою кровь, я имею жизнь, оправдание и очищение в тебе. И это величайшее таинство понятно нам через образы ветхозаветных жертв. Понятно? Понятно, почему мы столько времени потратили на некоторые вещи, не совсем понятные. В чем искупление, освящение и примирение? В его жертве, которая есть жертвы всех образцов Синайского завета. Понятно? Понятно теперь становится? Почему я не отделял особого внимания и не говорил, послушайте, посмотрите, здесь вот бычок, здесь вот козочка, а здесь овечка мужского пола, а здесь овечка женского пола. Обратите внимание, здесь горлица, и ее не режут, а головку ей скручивают. Понятно, да? Потому что нас интересовали что? Принципы. Принципы, через что Бог заложил оправдание, очищение и освящение для нас, верующих в Иешуа. Что открылось для нас в нем. И все это было подведено к тому таинству, которое открылось для нас, верующих Нового Завета, в его причастии, причастии к его жертве. Причастие к его жертве, физическому причастию. Если вы скажете, что это не физическое прикосновение к его телу и к его крови, а лишь образ, то такое же очищение, освящение и такую же жизнь вы получите, какую можно получить от образа. Ну, если это образ, то какой образ приносил чистоту? Образ. Никакой. Какой образ приносит жизнь? Это образец, это ну, что-то похожее на то, что должно быть, но не то, что должно быть. А когда мы подходим и говорим, это есть, тогда так и есть. И здесь без веры, извините, не могло его. И все принципы, которые мы разбирали, универсальные принципы для жертв, они остаются. И самое главное – вера. Вера в того, кто все совершил. Аминь. Вопросы, ответы, предложения, пожелания. Все? У матросов нет вопросов? Я хочу вас... Сейчас рождение свыше, да, вот момент, когда он умер и воскрес. То есть рождение свыше – такое? Нет, не такое. Не такое. Все-таки откройте. От меня услышать? От меня лучше ничего не слушать. Откройте Евангелие от Иоанна. Для рождения свыше необходима его смерть, его воскресение и наше исповедание, принятие того, что он что сделал? Воскрес и совершил. Иисус сказал им, вторично, мир вам. Как послал меня Отец, так и я послал вас. Сказал это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Что он сказал? Нехорошо, что он сказал? Мир вам, примите кого? Духа Святого. И написано, что любовь Божья излилась в наши сердца. Каким образом? Духом Святым. Мы рождены от кого? От Духа Святого. Они приняли кого? Духа Святого. Те люди, которые исповедовали его своим Господом, они говорили о том, что он Господь. Те люди, которые были очищены через слово, которое он говорил. Те люди, которые присутствовали при его смерти. Те люди, которые видели его кем? Воскресшим. Он говорит, примите кого? Духа Святого. И они что сделали? Приняли. Он излился в них. Они не родились от него случайно? А это вы имеете в виду или так Писание говорит? Они приняли Духа Святого, приняли Духа Святого, да, они родились свыше.
все условия, необходимые для рождения свыше, состоялись в тот момент времени? Все условия, которые необходимы для рождения свыше, состоялись в тот момент, первый день недели вечером. А мы вообще читали с 20 главы Евангелия от Иоанна, первый день недели вечером по воскресению, когда Он явился им. Послушайте, вы ну, смотрите хоть куда-то. Да. Скажите, когда Иисус, Петр и Иоанн поднялись на гору и сошли к ним Моисей, да, и Иоанн? Это какое, я прошу прощения, имеет отношение к теме? Нет, не давайте по теме закончим, как бы, потом мы будем задавать произвольные вопросы. По теме вопросы есть? Я еще раз прошу, по теме вопросы есть? Все, спасибо.